السلام عليكم. وعليكم السلام حمزة. مو شو هدتك حمزة слышно? دابا плохо? меня слышно? Да, брат, хорошо слышно. Хамзат, как у тебя дела? Давай будем на русском, потому что подписчики хорошо. Есть русские, разные нации, чтобы понимали хорошо, нас. Хорошо, брат, хорошо. Хамдулла, брат, все отлично. Ты как, брат? Нормально. Хамзат, честно тебе скажу, до UFC я тебя не знал. И я увидел твой первый бой, я даже не понял, чеченец или нет. Вот, альхамдулилла, машалла, я очень рад, что с моей нации появился человек, который так хорошо продвигается. Дальнейших тебе успехов. Баракалла тебе, брат. Хамдулла, что так получается. Хамза, а ты сам верил в это? Конечно, верил, брат. Понятно, понятно. Я верил в себя. Без веры в себя. А тебе сколько лет? А тебе сколько лет, Хамза? 26, брат. 26, Маша. Вот смотри, у меня, я не умею драться, и мне 19 лет. Если я сейчас начну, есть ли шанс у меня попасть в UFC? Конечно, брат, без вопросов. Я три года назад только начал тренироваться в ММА. Понятно, понятно. Но я начну, я приеду к тебе на сборы, надеюсь, ты меня встретишь, потренируешь. Да, брат, с радостью, брат. Приезжай, будем ждать, брат. Каждого брата я жду тут. Хамзат, и еще такой вопрос, который интересует всех. Правда, что тебе 15 августа дали бой или нельзя разглашать это? Не дали, брат. Это просто, я думаю, они меня хайпанут, хотят чуть продвигать и все такое. Ну,